Японцы говорят, живешь у горы, ешь то, что дает гора. Живешь у моря, ешь то, что дает море. Флора и фауна Архангельского севера способна дать молодым ученым целое поле для реализации научного потенциала. То, что дает природа, оно, безусловно, лечит, может быть, даже лучше, чем то, что дает нам фармацевтические предприятия. Один из основных источников биологических ресурсов Архангельской области – Белое море. Его дары давно использует водорослевый комбинат. Выпускает фармацевтическую, пищевую, косметическую продукцию. Предприятие выходит за границы региона, планирует расширять свою линейку, а потому нуждается в свежих идеях. Мы очень большая надежда именно на молодых студентов, на их молодость, на их энтузиазм. И, может быть, мы получим именно те препараты, которые перевернут мир. В рамках встречи эксперты из медуниверситета, Архангельского водорослевого комбината и региональной корпорации развития рассказали студентам и молодым ученым, в чем нуждается область по части поиска и применения биоресурсов. Мы сегодня будем в процессе выступлений прямо рисовать этапы жизни любой разработки в биомедицинской сфере на основе имеющихся в регионе биоресурсов и распределять, какую роль в этих процессах должны занимать университет, водорослевый комбинат, власть, бизнес, которые могут выступать как поставщиками сырья, так и каналами реализации продуктов, ну и инвесторы. По итогам конференции будет составлена дорожная карта по разработке опытных образцов на основе биобогатств региона. Владлена Романова, Евгений Зыков, Архангельское телевидение.